Шарм, а она скрытно комплексует, сомневается в своей внешности, хотя горцует. Говорят ей симпатяга, не стоит отчаиваться. Она смотрит в зеркало и расстраивается. Если смотреть на вещи в мире проще, гуляя в лесу, в парке, в роще. Но как это сделать, когда белок в очки? Смотреть на все через розовые очки. У него есть фартовые паруса, а он вцепился в якорь чудеса. Да так крепко присосался, не оторвешь. Ему говорят, не бери в голову, а то поймешь. А он спрашивает, а куда брать? Рот, что ли? Что скажешь в своем амплуа, в своей роли? Да сплюнь, подними руку и резко опусти. И никому об этом не говори. Молчи, 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 опусти. В затемненных очках жизнь ему кажется мрачной, свинец на плечах, против себя смеется к месту и без места. От лицемерия шахимат скисает тесто. У него фартовые паруса, а он вцепился в якорь чудеса.